Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Часто слышу фразу «нет денег». Причем это рассказывают те люди, у которых реально деньги есть. Но они тем не менее говорят «нет денег». Денег нет и не будет. Поверьте, так и будет. И я дальше даже больше, чем уверен, эти люди ходят на работу. Работа от слова раб. И запомните это. И у вас никогда там денег не будет. Вы никогда там много денег не заработаете. Чтобы было много денег, не надо много работать. Надо просто посидеть, подумать головой и заработать. Например, смотрите, вот буквально сегодня переписывался с одним экскаваторщиком, который якобы получает 60 тысяч рублей в месяц, и он такой весь перец, весь он такой, ну, на самом деле, самый нищий человек, 60 тысяч в месяц, да ты нищеброд, дорогой товарищ, 60 тысяч в месяц я получаю, не месяц, 60 тысяч я получаю в день. И ты чем, вот чем ты мне можешь, что ты меня тыкаешь и говоришь, что я работаю в интернете, я ничего не зарабатываю, обзываешь меня лохом, это нормально. Лох – это ты, потому что ты зарабатываешь 60 тысяч в месяц. А когда тебе, не дай бог, конечно, ковш упадет на голову, тебе будут платить пенсию, если ты выживешь после этого. И дай бог, ты будешь получать 4000 рублей в месяц. Итак, что я хотел сказать этим видео. Если вы хотите зарабатывать, не надо искать работу. Не надо после того, когда вас уволили с этой работы, на которой вы получаете 60 тысяч рублей. Не надо искать следующую работу, вы никому не нужны. Нужно сесть и подумать, где можно, где вы можете заработать денег, а не где вы найдете себе работу. И я точно знаю, что большинство обвиняет своих каких-то неуспехах, в своих неудачах. Первое, они обвиняют президента, второе – государство, третье – соседа снизу, который ездит на последней марки Мерседеса и работает на себя, а не работает на чью-то мечту. Прежде всего, начните с себя. Перестаньте обвинять всех кругом и подряд. И тогда у вас начнется, вот будет все получаться. Если хотите научиться зарабатывать, ссылка вот здесь, на видео. Ссылка это же будет под видео. Мои контактные данные будут тоже под этим видео. Приходите, и мы будем зарабатывать по 60 тысяч в день. А может и больше. Все зависит только от вас. От вашего желания. И умения здесь ни при чем. Нам не нужны люди с тремя высшими образованиями, которые вот лично знают несколько людей, у которых два или три высших образования, и они работают уборщицами в магазине «Магнит». На этом заканчиваю. Всем привет!